Наконец-то можно отдохнуть и расслабиться после сложного дня. А где он заканчивается? Конечно, в спальне. И каждому из нас хочется, чтобы это место было самым теплым, удобным и уютным в нашем доме. В первую очередь при выборе мебели для спальни я бы рекомендовал обратить внимание на качество и долговечность материалов, из которых выполнен спальный гарнитур. В первую очередь оптимальным считается мебель из массива дерева, либо аналогичный материал по износостойкости. И также не забывайте, что мебель необходимо подбирать с учетом стиля, выбранного для вашего интерьера. Если есть какие-то сомнения по выбору стиля для вашего интерьера, то я бы рекомендовал бы выбрать классический стиль. Действительно, никогда не теряет актуальности классика. Дерево, позолота, состаренный вид, резьба, декоративные элементы, характерные для итальянской мебели. Кровать из массива и шпона ценных пород деревьев, к тому же, это не только благородный шик. Это еще и долговечность в эксплуатации и комфорт. А ведь от качества сна зависит наша работоспособность и настроение. Поэтому подобрать спальное место – дело первостепенной важности. Обратите внимание на то, чтобы кровать имела ортопедическое основание. Не менее важен и матрас, подходящий лучше выбрать с консультантом в определенном магазине. Специалист поможет найти тот, который отвечает всем вашим требованиям. Возможно, в спальне стоит разместить зеркало, трильяж, комод или туалетный стол. Все зависит от предпочтений хозяев дома и размеров спальни. Не забудьте о банкетке, которая украсит ваш интерьер, добавит уюта и комфорта. На прикроватной тумбе можно разместить вещи, которые должны быть под рукой. Последние штрихи добавят аксессуары, правильно подобранные шторы и покрывало. Интерьер, где все продумано до мелочей, сделает спальню индивидуальной и неповторимой.